Но сегодня наш день. День молодежи! На этой площади сегодня царила уникальная атмосфера. Жесткие рейвы гитары сменялись мелодичными поп-ритмами. Но, Мариночка, самая главная интрига вечера еще впереди. Ведь скоро мы увидим самую активную и талантливую молодежь на сцене нашего города. Ну и, конечно же, узнаем итоги фотоконкурса «Мисс Угличанка 2017». В этом году 11 молодых девушек дошли до финала. И именно за них жители нашего города отдавали свои голоса с помощью СМС-голосования. Организаторами фотоконкурса являются отдел молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Угличского муниципального района и муниципальное учреждение «Молодежный центр Солнечный». Также хотелось выразить огромную благодарность спонсорам данного конкурса, а это ООО «Хартия». Красота и отходы – понятия несовместимые для обывателя. Однако они стремятся донести до всех, что цивилизованное обращение с отходами может спасти мир и его красоту на много поколений вперед. Наш спонсор – салон цветов «Камелия». Также нашими спонсорами являются салон красоты «Елена», ювелирный магазин «Жемчужина», индивидуальный предприниматель Мухин Артем Евгеньевич и фитнес-студия «Ева Фитнес». Ну что, вы готовы? Тогда, Углич, под ваши бурные аплодисменты мы встречаем финалисток конкурса «Мисс Угличанка 2017». Yeah.
Ну что ж, вот они, непревзойденные, обворожительные, самые-самые участницы фотоконкурса «Мисс Угличанка 2017». И теперь давайте поближе познакомимся с каждой из них. А это финалистка номер один, Сабижинская Ангелина, ваши аплодисменты! Каждая участница... Ангелина, останется. Каждая участница награждается дипломом за участие в фотоконкурсе, а также подарками от наших спонсоров. А это компания «Хартия», салон красоты «Елена» и, конечно же, из рук генерального директора салона цветов «Камелия» Ольги Гришиной. Наши девушки получают самые необыкновенные и самые красивые букеты в городе. А мы продолжаем. И финалистка номер два. Юленька, талантливая, активная девушка. Все знают ее как замечательную певицу. Она тоже получает призы от «Хартии» и салона цветов «Камелия». Финалистка номер три. Соколова Анастасия. Активистка молодежной политики. Член молодежной организации «Могу» и просто зажигательная девчонка. Наша Настя Соколова. Финалистка номер четыре, Армякова Анастасия! Громче, громче! Ну что ж, эта девушка танцует и зажигает лучше всех, поэтому она сегодня здесь. Наша участница Армякова Анастасия. Финалистка номер пять, Решунова Арина! Я смотрю, оживилась команда «Страйк». Это девчонки из «Страйка», вот они! Еще буквально 15 минут назад они танцевали, и уже они здесь, на этой сцене. Финалистка номер 6, Авелия Ивановна! Обворожительная, непревзойденная участница нашего фотоконкурса. Яночка всегда рядом с нами. Она тоже получает призы и подарки от салона «Камелия» и нашего спонсора «Хартии». Финалистка номер 7, Цыпленкова Вера! Вчера она была на сессии, а уже сегодня она здесь, на этой сцене, участвует в нашем конкурсе. Вера молодец. Финалистка номер 8, Щербакова Анастасия. Молодая мама, красавица и просто активный человек с активной жизненной позицией. Настя тоже получает призы и подарки от наших спонсоров. Финалистка номер 9, Антуфьева Виктория. Я даже не знаю, что лучше сказать про нее. На самом деле Виктория является и волонтером, и активистом, и просто замечательным человеком. Финалистка номер 10, Зинкова Екатерина. Просто певица, красавица. Кстати, Катя сегодня должна спортсменка. Быть... Спортсменка. Спортсменка. Марин, Катя должна быть в лагере «Юность» так-то. Она еще и воспитатель в этом году. Так что... И финалистка номер 11, Иванова Анастасия. Обворожительная, непревзойденная девушка с самыми красивыми глазами. Каждый год информационным партнером в нашем фотоконкурсе выступает сайт «Углич онлайн». Ну что ж, Марин, так как сегодня у нас, я являюсь официальным представителем «Углич онлайн», у меня есть секретная, информация, да, то есть это тот человек, который стал победителем по мнению интернет-сообщества, но, повторяю, интернет-сообщество, у нас проводилось альтернативное голосование в сети интернет, где угличане могли проголосовать за понравившуюся им девушку, и сайт «Углич онлайн» подвел свои итоги. Я готов огласить их. Девушки, вы готовы? Ну давай, Егор, не томи уже. Да, да ладно, готовы, что томить, интернет-голосование было открытое. Победительницей по версии интернет-сообщества в конкурсе «Мисс Угличанка» является Стыцук Юлия! Юлия, выходи. Юлия, мы тебя поздравляем. Дайте вы все-таки. И... Вы у нас собирали этот замечательный букет, помогали нам сегодня. И вот, Юленька, держи эти цветы. От нас, от «Углич онлайн», вообще от всех представителей интернет-сообщества. Спасибо тебе.
Но главная интрига впереди. Кто же все-таки станет мисс Угличанкой 2017? И это мы узнаем, Марин, совсем скоро. Ну а сейчас на нашей сцене появится будущее нашего города. Его надежда и опора. Они молоды и энергичны, умны и талантливы, терпимы и откровенны. Они учатся в школах и университетах, занимаются спортом, творчеством, интересуются политикой и просто работают. А в свободное время дружат, ссорятся, влюбляются. В общем, просто живут. Ну что ж, Углич, под ваши бурные аплодисменты мы встречаем молодое поколение угличан. Этот праздник, День молодежи, посвящен именно вам! Мы приглашаем на сцену тех, кому жить в 21 веке. Тех, кто уже сегодня своей активной жизненной позицией, успехами в учебе, работе, общественной деятельности прославляет наш город и район. Уважаемые угличане и гости города, встречайте молодежь Угличевского района! И первыми на нашу сцену поднимается танцевальная команда «Страй» под руководством Гуровой Анастасии. В этом году ребята приняли участие в международном конкурсе фестиваля детско-юношеского творчества «Атмосфера» и получили диплом лауреата первой степени. Всероссийский хореографический конкурс персонажей по достоинству оценил наших девчонок. Из танцевального коллектива «Страй» диплом первой степени. Еще одно достижение в копилку коллектива. Поющий автобус, сирень победы, георгиевская ленточка, генеральная уборка, дерево победы, бессмертный полк. Эти названия у всех на слуху, но эти ребята знают их лучше всех. Встречайте участников корпуса «Волонтеры победы». Ребятами проведено огромное количество патриотических акций и мероприятий с участием более 10 тысяч угличан. Вот так вот, вдумайтесь. Ведение мероприятий, театральные постановки, изучение актерского мастерства или владение боями. Все это могут ребята из школы ведущих Марии Колосовой. Совсем недавно ребята стали участниками третьего фестиваля уличных театров в городе Череповце. Между прочим, мэр Череповца в социальных сетях на своей страничке написал: «Мы ждем и встречаем гостей из Углича!» Вам не хватает веселья, позитива и драйва? Приходите на фестиваль школьных команд КВН. Они не только веселые и находчивые, но они самые зажигательные. Встречаем школьную лигу КВН под руководством Егора Калашникова. Уже несколько лет на страже порядка и спокойствия нашего города стоят они, правые ребята из отряда «Правопорядок», под руководством Маргариты Сметовой. Ни одно профилактическое и патриотическое мероприятие не проходит мимо бойцов этого отряда. Наша надежная стена, наш правопорядок. А сейчас на нашу сцену поднимаются самые известные музыканты и вокалисты нашего города. Те, которых вы не раз видели на каждом празднике, на каждом мероприятии, на каждой сцене. Встречаем талантов Угличевского муниципального района! Вот они, музыкальные ребята Углича. Но не устают нас удивлять и радовать своими достижениями представители сельских поселений Угличевского района. Любительские молодежные объединения «Никола Фильм», «Марафон добрых дел», «Погранзастава», «Лыжный пробег во славу Углича», «Пиндеево царство», «Тючевский фестиваль», «Дни села». И это далеко не полный перечень мероприятий, проводимых силами молодежи сельских поселений. Вот они, представители нашего мощного села. Угличевская верста, зимние забавы в Угличе, День города, благотворительная декада Благостина. Огромное количество субботников, игровых программ, акций, проектов реализовано нашими активистами, членами молодежных организаций и волонтерами. Давайте встретим их громкими аплодисментами, Углич! Вот они, золотая молодежь нашего города, на которых стоит, на которых стоит равняться, которыми стоит гордиться, который не дает отдыхать ни себе, ни окружающим, заряжая все вокруг яркими эмоциями и неуемной энергией. Ну что ж, молодежь Углича, вы здесь?
обратимся к молодежи Углича. Молодежь Углича, вы здесь? Видим, видим. Ну что ж, сегодня вас пришли поздравить наши гости. Нам предстоит все-таки получить несколько поздравлений. И мы встречаем на этой сцене главу городского поселения Углич, Ставицкую Светлану Владимировну. Дорогие друзья, я от всей души хочу поздравить всех нас с одним из самых замечательных праздников – с Днем молодежи. Молодежь – это самая активная, это самая мобильная часть нашего общества, которые очень быстро могут переориентироваться, которые быстро обучаются, которые принимают быстро решения, очень смелые, нестандартные. И это очень важно и нужно для нас, для нашей страны. Нам необходимы целеустремленные, активные, инициативные и творческие люди. И вот сегодня мы с вами были свидетелями, когда на эту сцену поднимались эти отряды волонтеров. Город наш Углич богат на таланты, богат на талантливых ребят. Сегодня наш день. Мы со стороны власти тоже стараемся делать, чтобы была возможность у каждого человека свои возможности реализовать, чтобы они могли найти свое место в жизни. Я от всей души хочу пожелать всем нам быть востребованным, быть успешным. Дорогие друзья, я желаю вам счастья, здоровья, любви и благополучия. Я хочу пожелать вам в этот сегодняшний праздничный вечер, чтобы было отличное настроение, чтобы сегодняшний вечер остался как праздник, как яркое пятно нашей жизни. Я хочу пожелать вам прекрасного настроения. С праздником! С Днем молодежи! Ура! Светлана Владимировна, мы просим вас остаться на сцене, чтобы подвести итоги муниципального фотоконкурса «Мисс Угличанка 2017». Ну что ж, очень волнительный момент. Нам предстоит узнать, кто же стал сегодня победителем нашего фотоконкурса. А я вам скажу, что, между прочим, смс-голосование за участниц проходило с 19 по 23 июня. И более 1000 угличан приняли участие в этом смс-голосовании и отдали свои голоса за наших непревзойденных финалисток. И сейчас мы готовы объявить победителей. Итак, звание... Третий вице-мисс муниципального фотоконкурса «Мисс Угличанка 2017» присуждается... Барабанная дробь. И это Ришунова Арина! Ну что ж, Арина получает подарки от наших спонсоров, а это ювелирный магазин «Жемчужина» Анны Пучковой, И.П. Мухин Артем Евгеньевич и, конечно же, «Хартия» уже подарила свои подарки, да. Итак. Но это еще не все. Звание второй вице-мисс муниципального фотоконкурса «Мисс Угличанка 2017» присуждается Егор. И кто же это? Армякова Анастасия! У нас в страйк ушли подарки. Как-то, видимо, голосовали за девчонок очень активно. Ну что ж. Мы поздравляем Армякову Анастасию. И самое интересное, кто же стал обладательницей нашего звания «Мисс Угличанка»? Звание? Нет, подожди, Егор, ты уже торопишься, да, подожди. Первое. И мы еще пропустили еще одно звание. Это звание первой вице-мисс фотоконкурса. Мне уже не терпится, я хочу узнать, кто она. И это. Ну говори, Марина, у тебя хорошо, это. Хорошо. И я это... не знаю. Иванова Анастасия! Анастасия также получает подарки от наших спонсоров. А это ювелирный магазин «Жемчужина» Анны Пучковой и индивидуальный предприниматель Мухин Артем Евгеньевич. На минуточку, Анна Пучкова сама вручает. Здесь, конечно.
стороне. Из рук директора ювелирного магазина девушки получают наши подарки. Надо рядом постоять, может, золото прилипнет как-нибудь. Постой, может, что-то и тебе прилетит так. Ну что, вот теперь я готов. Я думаю, все угличане готовы узнать, кто же стал победителем нашего конкурса «Мисс Угличанка 2017» по итогам СМС-голосования. Ну, Марина, конверт в студию. Да, и мы просим вынести конверт, чтобы Светлана Владимировна озвучила. Так, подожди, Марин, не только Светлана Владимировна, ты немножко должна рассказать и о наших спонсорах, давай. Конечно, генеральным спонсором муниципального фотоконкурса «Мисс Угличанка 2017» является компания «Хартия». И сейчас у нас на сцене начальник отдела развития Коротков Александр. И из его рук «Мисс Угличанка» получит главный приз. Я скажу, что там. Скажи. Мне видно, понимаете? Это замечательный планшет-трансформер Lenovo, да, насколько я понимаю? Чтобы девушки всегда были на связи с нами. Ну что? Егор, я думаю, что стоит отдать микрофон в руки Светлане Владимировне. О-хо-хо-хо! Она знает, кто там. Победительницей муниципального фотоконкурса «Мисс Угличанка» 2017 года становится Зенкова Екатерина! Ваши аплодисменты! Ваши аплодисменты, Углич! Ну что, ребята? Итак, Зенкова Екатерина получает диадему, диплом «Мисс Угличанка 2017», ленту, статуэтку и, конечно же, главный подарок. От «Хартии», да, Александр? От компании «Хартии». Еще также Екатерина, «Мисс Угличанка 2017», получает месячный, так и скажите. Месячный абонемент. Абонемент на посещение Ева Фитнес Студио. Ну что ж, дорогие друзья, вот она, Мисс Угличанка. Ваши громкие аплодисменты. Не стесняйся, иди целуй Катю. Дари подарок, что ты. А я пока выкину бумагу, которую мне дали вот сюда. Вот знаете, у меня здесь раздельный сбор мусора. Хартия сегодня помогла. Я могу сценарий выкидывать прямо как положено. Вот. Ну что ж, вот она, Мисс Угличанка 2017. Давайте еще раз поздравим нашу победительницу. Стоп! Селфи! Девчонки, давайте встанем вот немножко спиной к нашей молодежи. Ребята из «Хартии» хотят сделать селфи с нашей молодежью, с Угличем, на память. Светлана Владимировна, давайте, как же, селфи! Ну что, Углич, давайте улыбнемся повеселее, это селфи уйдет давайте, в Москву. Давайте, друзья, сегодняшний день молодежи! В следующий раз «Хартия» подарит, наверное, камеру GoPro, чтобы селфи было делать легче. Вот. Что, спасибо, уважаемые гости, спасибо вам за подарки, призы и за эту информацию. Ну что ж, каждая из этих девушек, которые сегодня стоят на этой сцене, уже стала победительницей, потому что она вышла сюда сегодня и доказала свой патриотизм и преданность своей малой родине. Сегодня наш праздник, праздник молодых, энергичных, умных, а также целеустремленных, ответственных, ну и, конечно же, активных. Сегодня мы вместе с вами празднуем самый крутой праздник, а все потому, что мы живем в самой крутой стране. Россия богата талантливыми людьми, великими учеными, непревзойденными спортсменами и грамотными политиками. Знаешь, Егор, меня не покидает чувство, что мы круче всех. Марин, меня тоже оно не покидает, и я думаю, что все знают эту песню, Углич! Да! Подпевать будете? Да! Но тогда зажигаем! Давай, Углич!
Не знаю, как вы, а я точно понял, что наша молодежь круче всех. Я вот, мне такую тумбу сегодня дали, хартия, мне так удобно. Ну что, давайте провожать бурными аплодисментами всех, кто стоит на этой сцене, участниц фотоконкурса «Мисс Угличанка» и нашу молодежь, активную, непревзойденную, самую-самую яркую, самую-самую красивую, ту молодежь, которая делает этот город тоже незабываемым, ярким и перспективным. В их руках будущее Углича, будущее нашей страны.